Иностранные банки и другие финансовые учреждения будут предоставлять информацию о клиентах, физических и юридических лицах, имеющих бизнес в Украине. Правительство США будет препятствовать уклонению от уплаты налогов американских граждан, которые работают на территории Украины, что следует из подписанного президентом законопроекта. Закон обязывает иностранные банки и другие финансовые учреждения предоставлять информацию о клиентах, физических и юридических лицах в налоговую службу США IRS. Речь идет о номерах счетов, оборотах по счетам и остатках на них. Согласно закону, финансовые учреждения государств-партнеров будут освобождаться от принудительного удержания налога с платежей от других налоговых агентов, от выполнения требования удержания налога с транзитных платежей в адрес других финансовых учреждений внутри государства-партнера или другого государства-партнера. Кроме того, также они будут освобождены от выполнения требования закрывать счет, владелец которого не выполняет требования ФЭТКа, и от принудительного удержания налога в размере 30% с платежей в адрес таких владельцев счетов. Сбор информации для налогового органа США будет осуществляться централизованно государственным органом с соблюдением требований украинского законодательства и передаваться в налоговый орган США.